мотор, начали! Так начался традиционный праздник посвящения в студенты первого московского образовательного комплекса. В этом году любимый студенческий праздник «Татьянин день» мы вновь в прекрасном гостеприимном зале театра фольклора «Русская песня». Посвящение в студенты в форме кинофестиваля «Киномок-2019» – это что-то новое! Как много сил, стараний, фантазии и креатива проявили наши подразделения среднего профессионального образования и творческие коллективы. Каждый факультет представил свою профессию через любимые фильмы разных жанров. В самом начале кинофестиваля клуб студенческого творчества «Премьера» и ансамбль «Колокол» порадовали зрителей музыкальным путешествием к истокам синематографа, исполнив композицию, посвященную творчеству великого Чарли Чаплина. Факультет индустрии красоты и гостеприимства в жанре документального кино с грандиозным творческим размахом продемонстрировал многовековую историю развития причесок и модных стилей различных эпох и стран. Ребята с факультета «Ресторанный бизнес» ярко и зажигательно рассказали о любимых блюдах в стиле любимой комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Будущие ювелиры и графические дизайнеры предстали в образе Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова, нашедших свое настоящее богатство на факультете художественное ремесло. Тайными агентами и героями-спасателями мира в «Матрице наших дней» в жанре фантастического боевика предстали перед зрителями студенты факультета информационной технологии и управления. Популярный фантазийный мультфильм «Корпорация монстров» стал основой для масштабного танцевального шоу представителей факультета «Реклама». Профессионалы факультета «Дизайн» перенесли зрителей в прекрасный, сказочный мир «Золушки» и продемонстрировали великолепную коллекцию моделей вечерних нарядов талантливого выпускника первого московского образовательного комплекса Георгия Блэка. Студенты факультета культуры и искусства всколыхнули зал зажигательной песни из любимого мюзикла «Мама Мия» и пригласили преподавателей на танец. Наши первокурсники тоже не остались в долгу. С помощью легендарной песни Фредди Меркьюри устроили грандиозный флешмоб. «Мы с тобой, студенты!» – повторял весь зал. На большой сцене не было свободного места, ведь многие ребята хотели доказать, что они стали настоящими студентами. Фееричный выход администрации комплекса во главе с директором Юрием Дмитриевичем Мироненко в образе легендарных бременских музыкантов был встречен овациями в зале. В завершении торжества слово для приветствия было предоставлено представителю спонсора нашего праздника, заместителю директора компании «ОРТ» в России Сергею Горинскому, который от имени генерального директора всемирного «ОРТ» Ави Ганона вручил директору первого московского образовательного комплекса Юрию Дмитриевичу Мироненко престижную премию World ORT Excellence Award 2019 в номинации «Менеджмент в образовании». И вот на сцене состоялась церемония торжественного подписания студенческого билета. Вы студенты! Я вас поздравляю! В этот праздничный день первокурсники закрепили свое звание настоящих студентов. Ведь за первый семестр ребята уже точно погрузились в атмосферу профессиональных занятий, приобрели новых друзей, преодолели первые зачеты и вдохновились мастерством наставников. «Киномок 2019». Праздник удался! Огромное спасибо всей творческой команде первого московского за неравнодушие и энтузиазм, и прекрасную работу. Ребята получили новый заряд. С радостью благодарим всех и каждого.